Женские платки 3 килограмма, сток. Первым у нас идут. Что это у нас такое? Это у нас платок. Вот. Достаточно яркий платок. Так. Еще вот такой вот платочек. В прошлом мешке, который мы снимали, по-моему, было очень много снутов. Не знаю, как здесь будет. Так, еще один платок. Так, да, здесь, по-моему, платки будут преобладать. Ну, причем, смотря какие платки. Хотя нет, вот у нас первый снут пошел. Вот такая вот яркая раскраска. Так, что это у нас такое? Тоже платок. Снут. Определенно снут. Так, вот такой вот темный платочек. Как обычно, цветовое разнообразие радует, конечно. Но единственное, сложно изначально понять, что это у нас такое. Это у нас снут. Так, вот это вот точно платок. Я в этом уверен. 100%. Так, еще один снут. Тоже снуд. Еще один снуд. Вот только я сказал, что снуд и скорее всего мало будет. Как все оказалось совсем наоборот. Еще один снуд. Так, что это у нас такое? Вот это вот у нас похоже либо платок, либо шарфик. Это шарфик, да, это у нас шарфик белый. Так, это у нас похоже, что снуд. Да, снуд. Такой же снуд. Оп. Платок. Так, определенно снуд. Кстати, достаточно много светлых каких-то платков. То есть именно ярких, которые очень сложно отнести к какому-либо, к чему-то темному. Вот, например. Тоже достаточно приятный. Так, это у нас опять же снуд идет. Платок. Так. Видимо, для этого упаковки не нашлось. Так, вот это вот у нас шарфик. Легкий летний. Так, платок. Вот темный платок как раз таки. Их немного у нас было здесь. Так. Еще один шарфик, похожий на то, что уже до этого было, как раз таки. Так, тоже похоже, да, шарфик. Или платок, да, все-таки платок. Платок с вот такими вот вставками довольно интересными. И последний у нас идет вот такой вот платок. Достаточно интересной расцветки. На этом все.